Несмотря на заморозки и обильный снегопад, жители дома на Молодежной улице собрались, чтобы обсудить возможность благоустройства дворовой территории. На встречу приехали представители администрации и местного совета депутатов. Сегодня совместно с жителями дома номер 52 и управлением сферы ЖКХ был произведен осмотр площадки. На встрече обсудили план по благоустройству территории. Как только позволит погода, коммунальщики приступят к работе. В планах поменять детскую игровую зону, постелить на ней мягкое резиновое покрытие и установить дополнительное освещение. Также обновят дорожное ограждение и заменят асфальт. Ремонт асфальта большими картами подразумевает под собой ремонт именно от борта до борта. То есть это не будет локально вырезанная яма, это будет взят именно большой объем асфальтового покрытия, который будет, соответственно, полностью задефектован и отремонтирован. За летние месяцы в Химках благоустроят 59 дворовых территорий. Ремонтные работы планируют закончить до 31 августа.